Сегодня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по миграционной политике и вопросам мигрантов в Камчатском крае. Важные вопросы рассматривались, среди которых анализ ситуации, связанной с теми запретами, которые сегодня применяются в соответствии с действующим законодательством в отношении применения труда иностранной рабочей силы, труда иностранцев хозяйствующими субъектами. Я напомню, что такая мера применяется в Камчатском крае с 2018 года. Начинали мы с запретов в 9 видах экономической деятельности. В 2020 году это уже было 15 видов экономической деятельности. Запреты применяются для регулирования трудовых отношений и, наверное, для того, чтобы была возможность у местных жителей, у граждан Российской Федерации работать исключительно в той или иной сфере.